Привет моим подписчикам и тем, кто заглянул на мой канал. Вот и подошел к концу еще один год. И снова пришло время для пожеланий и время для подарков. И так как Новый год предстоит у нас по китайскому календарю год мышки, соответственно, все рисуют новогодние дизайны мышки себе, крыски, все, что касается данной тематики. И мое видео, завершающее в этом году, тоже не исключение. Хочу сделать вам такой маленький подарок, мастер-класс, как быстро нарисовать легкую мышку, с которой даже справится и новичок. Итак, для фона типса я выбрала синий цвет, такой вот королевский красивый синий. Для начала мы полностью затонируем всю типсу, и потом уже поверх синего будем рисовать нашего мышонка. Thank you.
вот такой вот милый символ приходящего года у меня получился. И хочется поздравить вас с Новым годом. Хочется всем пожелать, чтобы в наступающем году с нами произошло чудо, о котором мы все так мечтаем. Хоть у каждого оно свое, но оно обязательно самое важное и самое необходимое. Желаю, чтобы мы были живы, здоровы, чтобы занимались тем, что приносит нам удовольствие. Желаю достичь новых вершин и самореализоваться. А еще хочется пожелать побольше радостных моментов, которые перейдут в приятные воспоминания и встречи с преданными друзьями и любимыми домочадцами. До новых встреч, друзья, в 2020 году!